Переноходит. Приятно птиц, Катюш. Ладно, кофе, я вот так. Спасибо. Тебе привет передают. Спасибо, вам тоже. Привет. Давай на своем. Автор написал, ах, чаран. Все, что ли? Какая ты неприветливая. Соня, вы ничего охуни, понятно? Все, вы чай в инсухим. Привет. Так. Ты в перископе даже здесь, да? Да, я сегодня не заходила ни разу. Мы полетели на Сейшелы. Вы представляете? В очередной раз нас затягивают в это. Во все. Мы поехали исправлять ту ошибку, которую совершили девочки со второго сезона. Они устроили там болото, уныние, серость и тоску. А так как я королева Сейшельских болот, я еду наводить порядки. Спасибо. Нам пишут, что первый сезон класс. Стараюсь ограничивать в питании. Да, сейчас вот съела киндер-сюрприз, все, и мне не понравилось вообще. Не буду больше. А кто это говорил? Да? Лиза у нас летит с Пулково, она из Питера, потому что. Да, мы реально летим, вот мы в аэропорту сидим. Это Катя правильно, она тебя не ест, а мы все хомячки кушаем. Я сказала, сейчас он киндер съела. Киндеры, да, нежелательно, мне просто подарил человек один, друг мой. Друг. Да, вот. Глеб твой друг? Да, Глеб. Mm-hmm. Вот, ну я что-то решила скушать. Я иногда, да, готовила себе на острове, когда не хватало еды, допустим, или просто хотела что-то другое, ну, менее калорийное. А так нам повар там готовит. Они не понимают смысла нахождения на острове, не хотят ничего делать. Мы приедем, будем наводить движуху. Где Алиса? Вон Алиса. Hello. А летит ли Ира? Об этом вы узнаете в эфире через неделю. Почему тренировок не будет? Будут тренировки. Алиса коллегу? Этого узнаю. А, вон Мадина коллегу. Мадина. Ваня, сейчас оставлю. Сейчас Лиза выйдет, потом я создам так. Мне симпатичен Никита Кузнецов. И, ну, даже чисто визуально. Но пока что я с ним не общалась практически, поэтому я не знаю. Алиса даже, я приеду и посмотрим. Мадина, привет. Мадина, кто вам нравится? Маугли. А где наращивал волосы, это можете посмотреть у меня на странице в Инстаграме. Кстати, подписывайтесь. Катя с Ильей расстались? Нет, неправда, мы не расстались. Просто у меня командировка. Из-за этих скучных баб, а я вынуждена быть без любимого. Просто Катя хочет отомстить Илюхе за его плохие. Неправда, я не мщу. Я еду... Тухлых баб зажигать, а то вообще ведущие говорят, давай кафу, на тебя вся надежда, ну на девчонки. На девчонки по мужикам будут там бегать, а я целенаправленно бабам буду мозги вправлять, понимаете? Да, она ради баб едет, конечно. Да, ради благого дела. Да, мы, да. Юля очень красивая пишет. Спасибо. А Мадина арбузами торгует. Дынями. Арбузами. Ну, это так. А как я дыни люблю? Мексика с Сашей, кстати, девочки? Да, с Сашей. Рита не едет с нами. К сожалению. Наш главный провокатор остается в Москве.
провоцировать Москву. Спасибо всем. Да, Лиза едет к Артурчику, он ее ждет, сказал вчера на Лобном. Вот. Ну, не знаю, как он так ждет в постели с другой девочкой. Интересно. Посмотрим, как все будет. Если дают, что же не взять-то? Каким дураком надо быть? Правильно все сделал. Они не в отношениях. Сейчас погуляются, а Лизка приедет и будут уже полноценно там общаться. Лиза, можно себя навести? Наведи на себя. Я лечу на остров. Симпатичен мне Кузнецов. Но я его не знаю, мы с ним не общались практически. А ты лучше расскажи, кто тебе симпатичен, кого ты знаешь. Вот. Кто мне симпатичен? Мы просто друзья. А Дима, а Денис? А Денис? Я а Черкасов? Не. А Юбаров, с которым это... ты в ванной закрываешься, и потом мокрая вся выходишь. Ага. Это вы увидите в эфире через неделю. Если увидите. Не увидите, это полная порнуха, такое они пускают на экраны. Лиза летит, Катя не рассталась. Я не знаю, не считаю калории, но стараюсь минимально. Ну, где-то 1200 минимум надо съедать. Так. Мы летим на Сейшелы. Олег, ну, Олег не в моем вкусе, не знаю. Да, мы летим. Лиза не знаем, потому что она из другого города. Мы сейчас в Москве все, она в Питере, в Пулково, в аэропорту тоже. Что с Барзиком? С Барзиком все нормально. На поляне сидит, попу греет. Рост у меня 173, вес 60. Наверное, может меньше уже. Я что-то подхудела на проекте в Москве. Нет, они уже вместе. Ладно, всем пока. И нет, Карина тоже не летит. А Юля тоже к Никите Кузнецову. Никите Кузнецову. У нас будет договорники, да, Лиз? С тобой? Никогда. Ой, вообще, совсем уже. Все, пока.